не бросай меня. Прощай. Ей будет хорошо без меня. Я не в порядке. Я, например, погрузилась с головой в работу, и встречаться с тобой... Вы с ним хотя бы попрощались. По мне, Люцифер, он может... Может идти к черту. Поняла, что он не нужен. Привет, хулиганы. Ты здесь? Да, мне стало скучновато, и я решил вернуться наверх. Люцифер ведет себя иначе. Для меня я прожил в аду долгие тысячи лет, и я мог немножко измениться. Люцифер, версия обновленная. Вернулся. Отлично. Ты вернулся домой без меня! Я не Люцифер! Так у Люцифера есть брат-близнец? Очень приятно. Я Михаил. Я решил, что не стоит ломать жизнь Люциферу. Лучше забрать ее. Он точно сильнее, чем ты думаешь. Чего ты истинно желаешь? С возвращением. Понравился учиненный мной хаос, Самаэль? В ближайшее время я постараюсь избегать всего, что связано с Богом. Какая ирония.